cazzo, mi interrompo, che ci faccio? Dai, se così. Va fino a modo? Радиостанцию включить? Радиостанцию включить? Радиостанцию или радио? Радиостанцию. Радиостанцию. Не, можно, да, если. Я ему подарю, или он мне? Сколько стоит? Сколько стоит? 1500. Дорого. А, голландские, значит, нормально, да. Очень дорогая. На хорошие машины посмотри. Не теряй время, иди хорошие машины с девочками посмотри. Ну оттуда надо было, вот это неправильно показывает. Он неправильно, с другой стороны надо было. Ну, точка стоит здесь, поэтому... Неправильно показывает Яндекс. Мы уже 5 минут назад здесь бы были. Так если бы вы поставили адрес там, мы бы там и были. Подожди, не слышишь, что я говорю. Я говорю, если ты оттуда возле гостиницы Украины направо сделал, мы 5 минут назад уже здесь были. Нет. Что нет? Каждый день мы так едем, говорит нет. Свободно были дорога, я же посмотрел. Яндекс навигатор. Так мы не ехали туда, мы ехали сюда. Теперь мы ехали не туда, а сюда, потому что указывает адрес. Какая разница, там мы просто круг сделали. С этой стороны. Он же к входу ведет, правильно? Он ведет туда, куда вы поставили адрес. Хорошо. А если иногда ставим не туда ведет, тоже таксисты будут отвечать? Или будут говорить, блин, что вот из-за этой нет, навигации таксисты, неправильно. Таксисты блин. Будут молчать. Ну, навигация, то есть он поставил сюда, например. Кто вот он? Кто он? Яндекс. Афимол пишет. Яндекс ничего сам показывает. Не ставит. Сюда приносит, Афимол пишет. Все поэтому. Ставит, как ты пишешь, но неправильно. Говорю, Яндекс сам ничего не делает. Он делает так, как пользователь указал. Тебе так удобно, ладно, пусть так. Мне неудобно, мне без разницы как. Навигатор, если в Москве не работает, что ты умничаешь сейчас, едешь? Каждый день мы ездим, к навигатору. Я молчу, работает. Виноват, извините, простите. А вы виновных не ищете? Не, мы виновных. Ну а зачем вы тогда это делаете? Ну, потому что тебе было бы удобно. Да мне все равно, мне куда приведет, туда и удобно. Я еду туда, куда указано, и все. Да, куда, ладно, все, думай, чем хочешь. Посмотрите, мы приехали туда, да, куда ради бога, с другой стороны. Ой, блядь.